Легкий овощной салат с белой фасолью можно готовить во время поста и для перекуса даже в вечернее время. Сочетание брокколи, белой фасоли, лимона, зелени и специй очень гармоничное и удачное. Это блюдо можно назвать салатом, можно гарниром и даже основным блюдом. Готовится очень быстро при наличии консервированной белой фасоли. Листья брокколи диетические, как и все остальные ингредиенты, постные, поэтому такое блюдо можно смело готовить во время поста или если вы придерживаетесь правильного питания и не кушаете мясо. 1. Для начала нужно подготовить листья брокколи. Их нужно тщательно помыть и нарезать на части. Размер частей регулируйте сами, как больше любите. 2. Залейте водой и доведите до кипения. Варите ровно 1 минуту, после чего сразу слейте кипяток и залейте холодной водой. Затем снова быстро слейте воду и отбросьте зелень на дуршлаг. 3. Теперь нужно подготовить соус, нарежьте лимон дольками. Жарьте их с обеих сторон на оливковом масле до румяного цвета. Затем уберите лимон, и на полученном соусе мы будем готовить дальше. 4. Отправьте консервированную фасоль, чеснок, специи, обязательно красный перец, и соль по вкусу. Жарьте 2-3 минуты при постоянном перемешивании. 5. Затем добавьте дольки лимона и листья брокколи, аккуратно перемешайте, потомите 1-2 минуты и снимайте с огня. 6. Овощной салат с белой фасолью подается теплым, но и в холодном виде он не менее вкусный.